Всем привет, друзья! Едем еще в один магазин. Магазин цар. Кто-то писал, цар это не магазин, это царство женщин, наверное. Едем там, где продается ткань. В этот поближе есть там Джоэн, но он далеко, то мы заедем в Хабби Лабби, посмотрим ткани, какие там. Ну, просто интересно, есть ли скидка или нет, или может быть вчера только была. А сегодня уже нет. Ну, посмотрим. Ну, погодка у нас красивая. И, хорошенькая, опасная. Нужно очень аккуратненько. У нас, у меня в этой машине... Четыре колеса, как же оно будет, ведучих или как, 4x4 называется, как это объяснить, Марика, тоже не знаю, это четыре колеса всегда крутится или, короче, я не знаю, мужчины знают, они поймут, то скользко, вот я нажимаю на тормоз, и то включается ABS, такая программа тоже есть, она блокирует колеса, потому что если без этой той программы, то оно просто тебя несет и все. И резина хорошая, и 4x4, и ABS включается, и все равно скользко, опасно. Нужно очень, очень аккуратненько ехать. Оп, нам уже желтый, мы не поедем. Но снежок красивый, я люблю зиму. Уже продаются настоящие елки, живые, вот там, где светятся с левой стороны. Вот так, вот там гирлянды, вот там елки продают. Мы один год мы покупали новую, и не один, наверное, 50-45, да, что-то так. Очень едут медленно машины уже, не так, как летом. Опа, стрелочка нам. И мы едем. Уже может и не быть скидок, потому что в каждом магазине по-разному. В некоторых 2 дня, в некоторых 1 день скидок. А есть такие, что вообще нету. Вот где я покупала трактор Supply, где я покупала своим курочкам там поилку, все такое, то там вообще 15%, и то выборочно на некоторые вещи. И все, что я не, все, что я купила на те товары, нету скидки. Так что я просто, ну, купила без скидок. Ну, потому что надо. Так, вот для нас парковочка. Это ж прям лотерейка, да? Все так стоит. Yes. Все. Идем дальше. Все, друзья, я в Хабби Лабби магазине. Так. Как же здесь пахнет таким какой-то... Ну, таким, не знаю, библиотекой, книгами, или как сказать, таким приятным каким-то. Так, Мирося меня звала сразу, говорила, так, вы на ткань не идите, вы идите за мной на Рождественское посмотреть. Он очень большой. Его недавно открыли у нас, может быть, 2 года. Вау, какая же красотень. Вот какой домичек красивый. Да, еще и светится. Ой, за стеклом оно красиво. А вот какой джинджербред большой, смотрите. Так, здесь отдел, это только пакеты.
и бумага, которой украшать подарки. Здесь тоже вот такие цветки всякие. Тоже все на 50%. А это идут чашки вот здесь на Рождество. Всякие на подарки. Ой, красота, смотрите. Вот это красивая. Какие же красивые вот эти. Ну, цена $10, а 50 скидки, то будет $5. Так тепло в магазине, нужно уже куртку снимать. У нас есть, Марика? Да, нормального у нас нет. Так, $15. Фартушки такие, вот рождественские на кухню, то они по $7 будут. А может быть и не будут, потому что я не вижу, чтобы возле них была скидка. Да, вот такие рукавички. Сколько эта рукавичка, Марика? $8. Да, она красиво шита, вот спрятанные швы. А вот сколько? Угу. Да, вот сразу идет рукавичка и прихватка. Когда-то шила я. Угу. Да-да. А сколько? $3. А так будет $1.50. Это на Рождество. Вот сюда вставлять ложки, вилки. Вот такое. Полотенечко на кухню. Угу. А ну дай сюда ту елочку. Да, а это вот на Рождество $4, а сейчас оно будет 2. Это салфетку сюда. И так елочка будет, вот так салфетка будет здесь, а елочка будет стоять так на тарелке. Угу. Красивая. А это вот такие баночки, коробочки 6,50. Это тоже сюда делать подарочки или конфеты, печенье, то будет 3,25 будет, да. Такая большая. Это тоже такая миска. $25, ну 50% скидки. Конфеты или что поставить? Вот красивая коробочка, такая прозрачная. Вот сколько коробочек. Ой, как же я их люблю всех. Так, здесь игрушки на елку. Это дети красивые, да? Вот какая красота. О, работает. Тут Аня работает. Вот. Красиво, да? $50 такая. Я думала, это стекло, а это тот пластик такой прозрачный. Что ты уже мне куртку блестками? Здесь тарелки вот рождественские. Красивые. $12 одна тарелка. Ну, если взять. Угу. Красивая, да. Что не найдут и несут мне. Ма, вот это красивое. Такие стаканчики $10. Но будет 5. Чашка большая. И вот это тоже для салфеток. Красивое. Можно вот это. На стол так. Ух. $5 будет, так 10 красивые.
Ой-ой-ой, какая ж красотень. $15 маленькие. Ой, 16. Так будет 8, вот эти маленькие. Прям просто для красоты, да? Малюсенькие такие. А вот эти больше. Эти $25. Просто такой цвет классный, красивый. Но не буду я покупать, я купила. У меня есть что куда девать. А вот такая маленькая $3. Она, я думала, она железная или как там, но она такая вот. Какая же малюсенькая вот на ладошке. Это будет она $1.50. Красота. И вот такие чашки. И здесь все, видите, можно подбирать себе, берешь. Если взял уже такие чашки, берешь такой поднос, разнос. Но это уже идет пластиковое. Вот такое. Это доска. $15, а будет 7. 7.50. И вот смотрите, здесь в красную клетку. И вот чашки идут уже в черную, белую. И вот здесь уже пошли тоже такие же. И скатерть на стол вот такая. И вот такие салфетки под тарелки. Вот то. А это такое силиконовое. Это для чашек, вот если горячий чай или кофе ставить. И вот какие еще здесь. Да, говорила Мирося мне, что здесь очень красивые. Я вам скажу, каждый магазин есть, в каждом магазине их много. И в каждом есть рождественское вот такое. И в каждом магазине оно какое-то другое. Вот в Хабилабе здесь я не видела вот таких чашек в другом магазине. Ни в каком, только в этом. Красота. О, вот это тоже ложки-вилки сюда вставлять. $3, а так будет $1.50. Классно. Вот для салфеток такое есть красивое. Как сервер украшать стол, вот так то. Вот такие стаканы, такие эти или такие. Да, красотень. Красиво, мне нравится. А вот Ginger House, такой домик. Это оно запечатано, видите, чтобы не открывали. Это такая как бы чаша для печенья или что, это крышка, оно поднимается. Так, это здесь елочки, деревца всякие. Красивая эта маленькая, $89 по скидке. Ух, а это вот на елку такие вешать игрушки. Сколько же их есть? Всякие есть. О, вот какая большая, дедуля с бородой. Сколько ты стоишь, дедуля? $25, но 50 скидки процентов. Ой, какие классные кресла, $150 одно. Красивые. Это $150, это уже со скидкой, 30% скидки. А так они стоят 212. Упс. Это такие елочки. Это елочка $25. Такая маленькая. Да, красота.
на любой вкус. Кто любит стеклянные, кто фарфор, кто вот дерево. $15 такая. Это звезды на елку, на верхушку. По $10. Но это 20, это 15, это 12 и 50%. А это вот как будто конфеты такие классные. $12 такая конфетка. И это вот такие конфеты рождественские. $30 такая. Это всякие дедули. Дедуля, приветули. Рукавицы у тебя хорошие такие. Такие по $40. Буду $20. Ах, вы ж смотрите, сколько ж всего есть. Это вот с этой стороны уже убрали, потому что уже будут переносить на другое место, сказали. Потому что уже будут другой завоз есть какой-то уже на лето. Здесь очень быстро все. И перед Рождеством, а после Рождества вообще будет это все на 70% скидки. Ну, конечно, на 50% немного раскупится тоже. Вот какие есть. Это розовый цвет. О, вот сюда зайду. Что-то мне вот это очень нравится. То чашки такие красивые, то вот такие игрушки. $13 они. Со скидкой. О, а это большие такие. 4 вот. Вот такие эти сапожки. Тоже это на елочку цеплять. Их $8. Будет 4. Ну, это уже надо, например, если нравится такой стиль, то это надо уже покупать вот только такие. Елка зеленая, допустим, или белая, то вот такие в клеточку, такие покупать. Маленькие, вот такие, потому что здесь шапочка в клетку. Уже не подцепишь какие-то там розовые или... Ой, какие вот сапожки. $15. Это ж все же надо сделать, столько всего этого. $13. Ой, это сова такая красивая. $13. Вот снежок как бы есть вот. Ой, сколько ж красоты. А вот с этой стороны уже розовый цвет. $15 вот такие. И куда, Мирося, их? На елку или куда? Или на стену? Да, есть такие. Даже туфли. А ну возьми коляску, Мирослава. Вот даже туфли на елку есть. Вот такие. Да, красиво, Мирося, здесь. Вот какие.
13 долларов, ну со скидкой. Это уже белые. Сколько ж красоты. 30 долларов, будет 15 долларов. Красивые. Такое деревце 7 долларов будет. Опять в клетку уже елочки пошли. Красота. И всякие такие статуэточки на Рождество. Деревянные, легенькие такие. Марика, смотри, какой джинджербред. Какой большой. Вот я обошла одни ряды, а вот смотрите, сколько вот еще здесь впереди. Упс. Подарки. Дед Мороз залез и принес подарки. Какие гарненькие. Ну, мне очень понравились эти большие такие. Классные, да? А вот маленький бейби. Иди их такой поставить. Возле елки. Каша, опять включу деда. Опять включу деда. Сколько ж красоты. О, какой вот большой, Марика, смотри. Вот это красавец, 69 долларов. Красивый. А здесь вот и сиреневый цвет есть. Потерялись. В трех соснах заблудилась. И там фен снизу у нас сразу такой. Красиво, правда? Вот белые олени красивые тоже. Это так покупать, на камин ставить. Красоту, да. Значит, так. Вот сиреневая Мирос есть, даже елка, видишь? Да. Да, деды красивые все, да? Ой-ой-ой, какой плащ. Та с другой стороны Мироси. Какое пальто классное. Да. Ресницы есть, да? Смотри, как живой дедулька. Что там? Да, а в сумке подарки. Много подарков есть, да? Почему ж пусто, полный? Вот этого не надо. Все, все им надо. Мирося, этот тот же. Красивый такой. Ух, сколько же Рождества. Вот подушки есть в клетку.
классные. Я себе постельное такое купила. Красивые. Да. Да, ну все классное. То. Хот-дог, сосиски, хлебчик для хот-дога, пожалуйста. Сразу хот-дог делается, да-да-да. С'морз робить, знаешь? Ага, да. Я хочу осеньки, смайлик. Хочете? Марика, у нас же есть такое. Но у нас смайлик. Да, у нас же просто вафелька маленькая. И не донат. И оно просто в гараже стоит, вот эта формочка. Сколько? Она $20, Марика. Да. А вот свой попкорн робишь. Классно, правда? Будет $12. Вот в клетку даже вот уже есть кастрюли. Еще slow cooker. Классно, и мне нравится эта клетка. Ага. Да, мне тоже вся клетка. Угу. Для Крисмаса. И подушки есть, да. И игрушки есть, виски, все. И да, и тарелки, все. Пижама хорошая, да. Да, и кофе. Все, развлекается. Да. Все, ауф, ноги, ноги. Шум вы. Ой. Этот моргает даже глазами, вот одно. Один глаз закрыл. Уши какие. Уже она это хочет, да. Да, все уже бери целый набор. Из Star Wars. Это такие роботы. Угу. Да, классная машинка. Да, да. Я на кого наела, с хлебчиком пожарю. Да, сразу и сосиску подогревает, и булочку. Оно $49, Марика. Вот это. It's from a spring shop. This is spring shop. I'm just in the spring shop. Я просто знаю, что оно будет просто, как сказать, валяться, лежать. Это она один раз, ну, минимум два сделает, и все. И еще, ну, будто бы, я не знаю. Да, да-да-да. Вот смотри, какая подушка красивая. $30. О, классная. Мирося. Все такое красивое. Вот какие елки. Да, уже что-то не работает. Потому что вчера была ночь, и здесь все. Каждый пришел и нажал 100 раз. И уже не работает. Так, уже вышли из Рождественского. Зайдем на ткань, но Марика уже была там и сказала, что нету скидки на ткань. Почему это они не сделали? Вот на все эти декорации есть, а на ткань зеркала какие. Такое зеркало $69. $50 скидка на все эти такие. Это 130 круглые, красивые, мне нравятся. Такие. А вот здесь такие. Там блестящие, а здесь такие простые. Вот такое $300. Но 50% скидки, то оно будет 150.
Где-то так. Ой, часы красивые, большие. $100. Тоже на скидку. Эти 89 большие. А вот такое зеркало вставить под стену где-то $230. Ненужные вещи. Это. А это вот для мальчиков детскую комнату. Вот такие. Что-то цеплять. Просто, чтобы не просто был гачок, а сразу паровозик, машинка. Все такое деревянное, красивое. Да, нету скидки на ткани. И сказали, что даже и не было. Угу. Только крисмасовская, рождественская на 50% скидки. А так такие то нет. Да, будем идти. Уже ехать домой. Уморились, утомились. Вот смотрите, какая красивая помада. Это чтобы булавки сюда вставлять. Булавки. Да. Закрыли. Да, вот так закрыли. Сколько она? $2, да? Угу. Были маленькие ножнички. Ага. Маленькие на пружинке. Угу. Все такое мини-мини, да? Да, они даже тут соленькие, всякие вещички тут. Бывают открытые, або не. Угу. Это на перстники, коли мы говорили. На перстники. Угу. Слушайте, я хочу себе показать. Что там внутри? Ой-ой-ой-ой-ой. Чекузечки. Да, вот, это с собой возить. Угу. Пуговицы, ножнички, иголка. Шпилька, нитки. Булавка, нитка. Это все, 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 все. Вдруг куда-то. Да, срочно. Да. Угу. Приехали курбаса кузик. Угу. Где, да, и недорого, да. $2. Да. А так в сумочку себе кинул и все. Что-то моя тачка тормозит. Так, девочки, едем уже. Это цветы все. Марика, что там? У меня колесо. Это что? Произошло. А, ага. Окей. Распорвать. Угу. Мама. А где Мирося? Да, где же Мирося? А где Мирося? А где Мирося? Идем, Мирося, иди. Ты нас ждешь, да? Полчаса прячусь, и никто не ищет. Я иду на... Уже кашляет, да, да. Создает звук. Я же здесь, а вы не ищете. Ага. А вот, Марика, маленькая картинка. Мы хотели картину. Видишь, классная с машинкой. Да. Маленькая. Если б...
Им все нужно. Все им нужно. Все нужно на 5 минут. Какой он большой, этот магазин. Это я только третью часть обошла его. Так, идем на кассу. Попробуйте какие-то семечки. Такая подушечка просто для красоты. Ага, классно, мягкая. Так, все, уже едем домой. Уже едем домой, тоже невозможно выйти, да? Да, я хоть... Выноси. Ой. Да. Угу. Покупай. 153. Только место было, где его... Ага. Ой, какая классная погода. Марика, капюшон. О, снег еще усилился. Вау. Да. Вот там кинотеатр. Так, едем домой. Теплый домик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Будем ехать, друзья. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drift.